Minuten. Wow. Sie müssen sich an Sterne krallen, damit sie nicht vom Himmel fallen. Держи! Жопа тяжелая! Блять, да ебаный ты теперь. Я давно, правда, не делаю, мой но. Покажи! Не верим! Не верим. Профляк. Вон. Да ты тебя зачислишь, не веришь. Сейчас ты не ходишь. Ты за час ходишь. Сейчас Вова делает, по-любому в горизонт выйдет. Сопляком в горизонт выйдет. Да, я не умею. Крылок? Да. А вот так можешь? Впереди везде. Вот так, уголок. Я такой вис, потом... Не могу понять, как это будет делать. Можно то и то делать. Все, деды, бабки ушли. Захар, лови его. Что сейчас будет? Как магнезию пиздят. Налетели, блядь, на халяву, да? Халява начала. Саня! Ладно, давай за выдачки попробуем. Ты не пробуй, ты делай. Просто сдохнет сразу по времени. Вот детский спорт. А вот. Давай вместе сделаем. Я так не знаю, где видел. Это я сделал. В магазин по сантехнике пришел, короче, и труп спаял, блядь. Нихера 44, я охуел. Я что, только поднял их, блядь. Ну-ка, Вова, скажи что-нибудь. Че? В следующий раз, наверное, будет получше. А так нормально все. Кстати, зеркало прикольное. Короче, приехали, попиздили, разошлись. Да, прошли соревнования. Мы всех, как всегда, выиграли. Соревнования были между городов. Короче, Захар, как самый добрый, отобрал у всех первое место. И все. 20 километров в час лечу. Давай. Голову, лицо попроще. Ну-ка. Посерьезнее. Ты типа такой спортсмен в спортзале. Зашли в зал, снимай, Санек. А, вот эта тема. Я эту херню с дома принес. Видишь, там эти камушки. Но. Это я, блядь, на площадке себе. Вот он, команда, блять, Воркаут 22, нахуй. Поехала в Бийск на соревнования, блядь. Все, ладно, пацаны. Я как победитель, короче, выиграл.